Белорусско-китайский проект на Гомельском моторомонтном заводе реализуется с 2012 года. По документации, которую предоставили китайские партнеры, тут вырабатываются скутеры, квадроциклы и так называемые сродки малой механизации. Все лето эта продукция в агульном объеме склала амаль 50%. Сегодня на предприятии признаются, когда возникли проблемы с ремонтом сельскохозяйственной техники, основным видом деятельности завода, именно этот проект позволил заховать коллектив. Летом два вида мопедов стали лауреатами конкурса «Товар года Республики Беларусь». Все лето тут выучили некоторые узоры на премию «Урада» в глине якости. В эту технику мы выпускаем порядка 14 моделей. В этом году освоено два мотоцикла современных, которые пользуются спросом не только на территории Республики Беларусь, но и Российской Федерации. Плюс новые виды продукции – это 4 модели квадроциклов. Основное их назначение, в первую очередь, это сельская местность. Сярод найбольш буйных проектаў, якія зараз рэалізуюцца на Гомельшчыне з удзелам кітайскага капітала і кітайскіх спецыялістаў, будаўніцтва завода сульфатнай цэлюлозы ў Светлагорску і папяровай фабрыкі ў Добрышы. На гэтай вытворчасці тут ускладаюць вялікія надзеі. Район, конечно, от этого выиграет. То есть будут большие объемы, это 200 тысяч тонн в год предполагается производство бумаги, мелованной и немелованной. Создаются новые рабочие места, там порядка, наверное, 400 человек, и плюс с фабрики будут люди переведены, которые работают, которые имеют опыт. Этот год на Гомельщине отметной активизацией контактов с регионами Китайской Народной Республики. Только у опошние месяцы тут принимали делегации Харбина, провинции Сычуань и Цзянсу. Именно в этом регионе и пройдет форум с уделом представников органов выконавчей улады и деловых колов Гомельщины. Как чекается, его выником станут новые проекты, которые будут реализованы на территории в области с уделом китайского капитала. Сейчас делегация Гомельской области направлена в провинцию Цзянсу. Там состоится форум межрегиональной провинции Цзянсу и Гомельской области. Мы планируем презентовать потенциал нашей области, а также различные инвестиционные проекты. Планируем подписать ряд контрактов и соглашений по сотрудничеству. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».